Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас и с выставки «Города будущего», город Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Выставка сегодня только начала свою работу, поэтому у вас имеется шанс ознакомиться с самыми свежими новостями Skyway и не только, проходящими на этой выставке. Итак, краткие вводные по выставке. Будет порядка 150 городов, точнее не городов, а стран представлены на этой выставке. Ожидается посещение более 20 тысяч участников. Немножко о городе Дубай и почему именно этот город сейчас является таким основным маяком инноваций, самого нового, самого такого интересного происходящего во всем мире, потому что этому городу и, в принципе, этой стране удалось реализовать в очень короткие сроки очень серьезный, качественный технологический рывок. И теперь эта страна, и в частности город Дубай, привлекает инноваторов со всего мира для того, чтобы пробовать здесь внедрять свои самые ультраинтересные новинки, связанные с, в том числе с транспортом. Потому что мы все отлично понимаем, что города будущего невозможны с применением транспортных технологий прошлого. То, как сейчас существует запрос на новые транспортные системы, на качественно новый подход к скорости, к безопасности, к скорости строительства. Это все отражает запрос 21 века на качественный рывок, качественные изменения в транспортных системах. Сегодня мы вам сейчас покажем наш стенд. Мы сегодня представили всем нам известный Unibike, пассажирскую капсулу транспортную Skyway, рассчитанную на 2 человек. Также здесь сегодня представлены модели 1 к 10, наши разработки в области электродвигателей, охранных систем. Ну, сами видите, стенд довольно большой, привлекающий внимание. Так что мы сегодня ожидаем большое количество людей, которые нас посетит, большое количество интересов. Ну и, конечно, не обойдется без нескольких сюрпризов, о которых вам говорил Анатолий Эдуардович Юницкий в своем интервью. Но все по порядку. Итак, начинаем.